В ходе опроса потерпевшей 73-летней местной жительницы было установлено, что днем к ней в квартиру постучалась женщина. Представилась продавцом меда и предложила купить свой товар. Пенсионерка впустила гостью в квартиру. Пока хозяйка на кухне искала емкость для меда, злоумышленница похитила 7000 рублей из шкафа и скрылась. Со слов потерпевшей, а также ее соседей, была составлена ориентировка на розыск подозреваемой. Вскоре ее место проживания было установлено. Сейчас 48-летняя жительница Ростовской области задержана и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений в Сочи. Полиция обращается к жителям и гостям города. Если вы или ваши близкие стали жертвой преступления с участием задержанной, обратитесь с заявлением в ближайший отдел или пункт полиции города Сочи или сообщите о случившемся по телефону 02. Уважаемые жители города курорта Сочи, мы обращаемся к вам, будьте бдительны. Не допускайте в квартиры и частные дома малознакомых людей. Если же вы стали жертвой преступления, вам необходимо незамедлительно обратиться в органы полиции, в ближайший отдел или по телефону 02 и сообщить о совершенном преступлении, так как от скорости обращения и своевременности зависит и раскрытие преступлений, и задержание преступников.